Дратути, что ли? Ничего это такое вообще? Я не знаю, что это за бицы, если ты тут Дэми. Валюта цен. Ну я даже не знаю, что за нее. Купается, там первый раз это бицы вижу. Спасибо. Ясно. Привет, леди. Короче, когда-то давно запускал на ачивке эту игру. На ачивку я так и не добил, тут надо 15 жизней донести до последнего босса и выиграть его. Ну я сейчас просто ставлю цель пройти. Я не буду фармить 15 жизней, я не буду там сидеть и на ком-то выбивать очки свои. Я просто пройду, надеюсь. Здорово, Максон, спасибо, тебя тоже. С Новым годом. А я не дошел. Ну и тут, в общем, типа, размениваемся пиццами, у кого типа больше будет, как я понял. Я не пью, ты чё? Поэтому я в нормальном состоянии сейчас. Могу спокойно стримить. О! Ну, потому что у нас одинаковое количество, видишь, мы одинаковое количество пиц выставляем, типа. И никому лишние не достаются. То есть вот 3-3-0 пиц в итоге, никому ничего не досталось. О, 4. Ну это можно подперчить маленько, он не сожрет ее вообще. Я жду, когда он еще одну пиццу поставит, и я также удвою свои пиццы и выиграю. Хочет поддаваться мне. Ну да, долго. Вот максимально подло сейчас играет. На 3-4, когда все нажрутся. Вот типа тоже. Можно и 3-го запустить. Нет, без разницы, когда запускать. Наконец-то. Ну, такая вот игра. С вот такими боссами интересными. Чё, так долго очки-то начинают, что скипнуть никак нельзя. Видать, нельзя. За каждые 20 000 очков
Жизнь дается, конты я не знаю за что даются тут. Так, сейчас кучу закрою. Ну вот свитки можем подбирать, то есть в каждом большом свитке какая-то сила есть или жизнь. У меня вот снежинка сейчас. Я могу всех на экране одним ударом убивать. Я в этом уровне покажу. Лед самое подлое тут, он особенно на длинных площадках скользишь постоянно. Вот если вообще ровно не могу никогда стоять на них, поэтому я вот прыжками стараюсь. Также есть скрытые всякие вот утроения, например, пиццы. То есть это все надо также находить, бегать. Игра интересная. Но одно касание. Эй! Даже транс не пришел, наверное, отмечает. Ну, наверное. Если долго на тех ледяных платформах стоять, они проваливаться начнут. Вот я суперспособность заюзал, и все на экране умерли. Также есть варпы тут в игре, но я варпами пользоваться не буду. Я хочу все уровни пройти здесь. Я больше поину знаю, где находятся всякие эти поварапы. О, здорово, транзистор. Как раз про тебя разговаривали. Так. Дратути, дратути, да. Транзистор тоже знает эту игру, наверняка. Он проходил ее. И замастерил, даже прошел, по-моему, японскую версию, как она по-другому называется. Даже там отличия свои есть. Ну, пока шикарно все, больше не беспокоил. Последние два дня прям вообще прекрасно все. Вот на роликах, правда, ну это не ролики, это скейтборд. На скейтборде очень криво убивать, конечно, врагов этих. Иногда просто наезжаешь на них, ну сверху так же, и умираешь все равно. Прям надо, не знаю, идеально этим задним колесом попадать по ним, чтобы они откинулись. Это уровень простенький. Ну и скрытых этих, насколько я знаю, здесь нету всяких удвоений или утроений. Поэтому просто мчусь вперед. Что зубом? Да болел жутко. Я две ночи не спал тут. Это тоже опасный прыжок был, ненавижу его тут. Мудрость? Да если бы, если бы. Да нет, дергать не надо. Ну все хорошо. Серьезно, сразу с пяти начал? На, перчик пожуй. Ладно. Второе скорее, да. Но оно второе и не уходило. Оно всю жизнь со мной было. Да что ты? И чё, Максон дернул в итоге? Ну вот. Похоже, значит, в этом так. Пять пиц сожрали. В принципе, можно еще одно удвоение и обычной тройкой завершать уже. Нет, не хочет он. По-хорошему. Ладно, подавись ты этими двумя пиццами. Достал уже. А где единички, где двойки? Вот это, почему он начинает с каких-то сильных пиц сразу? Давай четверку еще, о. Хотя бы двоечка.
не мог сделать. Ну, это серьезно, видать, что-то там было. Серьезно? Я не хочу пока... Я только одно удвоение хочу потратить в этом раунде, потому что они пригодятся чем на других боссах. Стабово. Я не знаю, что это. К моему большому стыду. Я кроме кариеса и зубного камня не знаю ничего. Вот серьезно, там есть единички, но он единичку тут вообще не убирает. Что-то затяжные битвы какие-то реально. До последней битвы прям сражаемся. Но это он так делает. Он не хочет единичку давать. Из-за мудрости был. Вот он реально пока боссы троллят. Я промолчу просто. Ну, все единички напоследок оставил. Чтоб подольше, конечно. Давайте подольше поиграем. Пять штук завоевал. Победа здесь. Так что, Максонти дергали или нет? Самое интересное это. Дернули или нет? Враги уже появляются. Шарики всякие. Дергали, но я это заметил где-то там. Этот прикольный чувак. Мне нравится. Враг вот этот. Я на этой фигне даже прыгать туда не буду. Потому что здесь шарики всякие. На этой прыгучей фигне я нормально не могу прыгать. Именно по вот этим крутящимся платформам. Похмелье, наверное, похмелье-то. Вот тут строение еще одно скрытое. Так бухой. А, не достаю это. Ну, больше других я тут не знаю, поварапов скрытых, поэтому все на этом. За столом и с вами. Нормально, нормально. Ну, спасибо, как сраное говно. Кинул неожиданно вдруг. Не так все идеально было, нет, надо было кинуть. Смотрели фантома? Не, я не смотрел еще. А, там неуязвимость была, кстати, надо взять. А, все, уже свиток пропал, классно. Там неуязвимость очень была. Можно и без нее пройти, в принципе. А что там у фантома интересное?
последний БТ нарезку сделал, где все не заруинили. Надо посмотреть потом. Ну да, это впервые, кстати, произошло там, что никто ни один не заруинил. Во, всегда бы так начинал. Троечка. Не то... Ну, надо будет посмотреть, да. Пройду игру и пойду на YouTube потом посмотрю. Так, еще надо две сожрать, значит. Попробуем без удвоений сожрать. Может, он единичку подкинет все-таки. Угу, подкинул он единичку. Пока не хочет единичку. Я все буду ждать, пока он единичку кинет. Шансы есть на это. Конечно, если совсем плохо будет, я заюзаю удвоение, но пока можно подождать. Ясно, с тобой все. И тебе нафиг. О, число такое красивое, одни шестерки. И бонус 6000. Один из самых отвратительных уровней, как по мне. Слишком уж много всего дамажащего тут. Вот особенно вот эти ядра, они еще после взрыва тебя могут убить. Вот этим своим взрывом. Вот этот взрыв, когда остается, в него тоже можно войти, и ты сдохнешь. Мне это не нравится. Вот здесь мы меня могли задамажить, если бы я вот здесь с краю стоял. Ну и в принципе, вот эти все ядра, они какие-то кривые, даже стоя на пушке можно сдохнуть. Я вот стоял на пушке и сдох. Не, на пропеллере более-менее нормальные. Мне нравятся. Ну эти пушки прям бесят меня. Ну ладно, прошел. Тут, по-моему, тут всего два уровня на пропеллере летать. Вот, наверное, пропеллер сейчас будет. А, нет. Я уж на пропеллере думал полетать. Это ускорение типа дает мне, если я заюзаю.
Здесь варп есть. Здесь двоечка еще была, вот она, да. А больше вроде... Ну, я не помню ничего больше скрытого тут. Может, еще что-то есть, конечно. Здорово, Райкири, тебя тоже с наступившим. Так, и еще одна битва с этими поедателями пиццы. Ну, сразу хорошее начало. Троечка, троечка. Ладно, чтобы долго с ними не тянуть, попробуем по-быстрому расправиться. Вообще прекрасно. Единственный нормальный босс, который сразу поддался мне. Вот сейчас должен быть пропеллер. Да, да, да. Здорово, Раф. Я тоже с наступившим там. Ну, то есть, хотя бы разнообразие какое-то в геймплее, то есть вот летательный уровень прикольно сделанный. Оригинал запускай. Не, я эту хочу игру. Не, знаешь, там есть отличия какие-то? Я только эту запускал. Вот, собственно, и весь летающий уровень. Ну, я знаю, да, что отличие есть, наверное. Но я говорю, я не играл в него. Может, там вообще бонусы в разных местах спрятаны. Здесь музыка прикольная в этом уровне. Повод играть, ну... Если игры там, это, разные бонусы, то я не пройду с первого раза, думаю. Что их надо знать, по крайней мере. Вот, например, вот это утроение очень важно на боссах. Если не знать, где оно, то можно... Вида, весь год впереди еще. Когда-нибудь, возможно, будет и другая версия. Сам Раф проходил или нет? Я только бесит, что им надо 5 ударов нанести, ну зачем столько? Оригинал нет, ну вот видишь. Так что тоже можешь сам потом оригинал запустить. Это один раз давно. Но это хорошая игра. Ну да, так. Трёшки надо всегда экономить.
И плюс надо знать, где они находятся, потому что они все в скрытых местах тут. А, уже? Так быстро. Тут в любом случае придется еще одно удвоение брать. Потому что меньше трех у него уже не осталось там. Я не помню особо, где там еще трешки будут. Хватит ли мне, чтобы пройти игру? Ну, может, там на удвоениях как-то можно выжить. Полный разбор с этой игрой плюс обе версии. Мастер на сайте. Ну, это качество, да. Ну, я у тебя и посмотрел эту игру там. Думаю, попробую поиграть. Да, я видел, что там типа разные, как это, Street of Rage 3 сделано. На каждую версию свой этот пак. Штаны стреляй. Да у меня и так пока вроде нормально все. О, не, вот она, неуязвимость. Да, я видел, ты там на ачивке играл. У тебя там 3 ачивки оставалось, когда я последний раз заходил туда на сайт. С ГБА, да, останется разобраться только, как там колопится, и все нормально будет. Что-то я не помню. Уровень не помню особо что-то. Смин, да, да, я знаю, что там. Уже в курсе же. Тебе накидали там. Да как так-то? Блин, так хорошо шел. Я какого-то червя запнулся там. Две недели без стримов. Ну потом зато будут плодотворные недели. Да, я так полетел.
Ну все, это ГГ. Я не помню уровень. Месяца. Самый образ... Ну, возможно, да. Ну, мне странно, что я там в этого червяка попался. Не должен был как-то убить его там. Вот, вот так должно было быть в прошлый раз. Я не буду ее ждать, тут она слишком уж медленная. Так, что там у него есть? Я чуть не посмотрел. Двойка есть, тройки. Так, двойка и единичка есть, нормально. На одну тройку, наверное, тут точно придется потратить и удвоение, чтобы выиграть. Что ты? Издевается просто. О, это хорошая, хорошая пицца. Да, надо будет зайти посмотреть потом. Уж интересно стало, что там. Здорово, Total Recall. Помню эту игрушку? Ну, у меня ее в детстве не было, я только сейчас в нее играю. Я ее никогда не было. Я только не помню, как здесь победа засчитывается. То ли надо все пиццы сожрать, то ли у кого больше в конце останется. Что возьмем? Sega SNES. Можно на SNES какую-нибудь качественную игру взять. А все обнуляется с зимы, получается, да? Да что ты? Гуф-труп, ну это не особо качественная игра, конечно. Не обнуляется, блин, это плохо. Где там двойка уже?
А кроме Goof Troop еще какие варианты есть? Черепашки на SNES, например. Если их не брали еще. Ну и в этой зоне хотя бы жизнь есть. Где-то там дальше. Так, что тут есть где-нибудь? Вообще не помню бонуса уже. О, двоечка есть. Это игра от Санс. Я не помню, от кого это. Ну вот, можем мы черепах забрать, например, сразу. Воскресенье, да, да. Воскресенье можно будет сыграть. Ну, я в Гремлина не играл, поэтому я не знаю, что там с музыкой. Где-то же здесь было, нет? А, здесь в конце. Ну вот, да, спросишь тогда. Если что, я в воскресенье могу. Да что ты опять куда-то улетел? А, я еще и до жизни не добрался на этот раз. Качество. Давай, Раф, спрашивай, если что, я могу. Блин, нельзя в этом костюме ничего сшибать, иначе не дадут. Я не буду 15 фармить. Я просто пройду. Ачивки это я потом уже. Пока просто пройти хочу. Я знаю место, где можно фармить. Да, в теории можно, это капец как долго там будет. Причем надо много нафармить, с учетом того, что еще там последний уровень будет. А, я здесь забрал уже. Там просто еще одна двоечка была. Музыка, да, хорош. Но это последние уровни уже, вот
Этот и еще один будет. А, еще с ним надо подраться, жесть. Я думал, сейчас еще один уровень пройду, и все, тут еще вот этот есть, оказывается. Я забыл про него даже. Так, 6, 18 надо сожрать, да? Привет, Сайлер. Как говорится, с Новым годом. Да, и тебя тоже. Так, 5 пицц осталось сожрать. Еще одну потом с удвоением надо будет забрать. Фу, явно не такую, конечно. Так, ну это можно забрать, да, с удвоением. Бонус, наверное, от оставшихся пиц зависит. Я точно не знаю, но скорее всего вот так вот. Нет, до этого я не играл в нее вообще. Я вот недавно ее начал проходить. Интересная игра оказалась. Решил на стриме запустить. Так. 4. Ну это нормально, 4. Сырки Микки Маус, есть босс туч, которого надо сразу... Вот качество, качественный босс. Так, опять четверочка. О, ну это хороший подарок вообще. Сразу можно 10 пицц себе забрать. Thank you.
Вот и все, в принципе. Еще пылесосу можно отрывать гриву льву, и его станет на одну атаку меньше. Что за игра такая? Вроде для детей должна быть сделана, там эти из Диснея персонажи. О, конт еще дали, как вовремя. То есть игра уже закончилась, а мне дали конт. Это шикарно просто, я считаю. Да, привет, Григорий. Ну, уже затащено, уже все, как бы. А, не, мне без разницы, хоть вор, хоть Джека, я и так привык. Без разницы. ГГшечка, он радуется. Чувак у нас. Ля, какой эпичный энд. По буковкам еще так. Запускает цирк Фюрстраном. Ну давай я запущу цирк Фюрстраном, как он там называется, только скажи.